Вы же понимаете, что мы не полетим, и потом все скажут, что Навальный не вернулся из-за того, что журналисты не дали ему сесть на его место. Алексей, чувствуете себя героем, когда возвращаетесь на родину? Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться в себе домой. Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад, и мы же с вами все равно еще будем 2.5 часа лететь вместе. Thank you very much, because you asked for the order and everything is fine now. Давайте не будем бесить привет, Андрей, как дела? Привет. Так, к сожалению, так и не смог выучить. Я чувствую себя прекрасно. Мой лучший момент за последние 5 месяцев. Еще немножко, нам осталось 2 ряда пройти. Вот сюда. В Германии тоже было хорошо, но возвращаться домой всегда лучше. Алексей. Я ожидаю в Москве прекрасной погоды, -23. И ожидаю приятного ощущения того, что я добрался наконец до своего родного города. И до своего ряда. До своего ряда. А сейчас до своего ряда. Еще немножко, мы почти добрались. Еще чуть-чуть назад, пожалуйста, проходите. Спасибо большое. Мне нужно, чтобы вы аккуратно с вашей головой.